Музыкальные вечера на фоне картин выдающихся художников. Такой необычный подход знакомства казахстанцев с шедеврами изобразительного искусства предлагает Государственный музей искусств имени Костеева. На первом музыкальном вернисаже полотна известных казахстанских художников Канафии Тельжанова, Молдахмета Кенбаева, Айши Голумбаевой, Александра Черкасского, Гульфайрузы Исмаиловой представлены в сопровождении композиции ансамблей «Туран» и «Аркаим». Как говорят авторы проекта, в такой камерной обстановке посетители могут не только полюбоваться картинами, но и насладиться прекрасной музыкой. Этот проект, в частности, он рассчитан не только на казахскую музыкальную культуру, но гораздо шире. Мы думаем ввести и русский романс, ввести и квартет классический, так сказать, потому что у нас есть замечательные исполнительские силы, коллективы, и квинтет духовой. А это значит европейская музыка, где-то эпохи даже Возрождения. Вот. Это будет очень-очень многообразно и интересно. Этнофольклорный «Туран» исполнил 6 произведений старинной песни «Кюи-Терме». Музыканты играют на 30 разных инструментах, и каждое выступление – маленький спектакль. В этот вечер зрители смогли также насладиться горловым пением в исполнении Анары Касымовой, которая является единственной женщиной в Казахстане, владеющей этим стилем пения. На самом деле, в Казахстане раньше, в глубокие древние времена, были женщины, кто исполняет и на горловом пении. Я считаю, это очень красивый вид горлового пения, тем более, что это древний вид пения. Очень много полезного, даже для каких-то физических особенностей имеется в этом жанре вида. Музыкальные вечера – это камерная обстановка, возможность унестись в мир фантазии и высокого искусства. Так что, если вы хотите хоть на час спастись от повседневной суеты, приходите в музей Костеева в первую субботу каждого месяца.